Всем привет, на дворе зима, конец января, засыпаем в лунку консервированную кукурузу и посмотрим, кто приплывет. Кукуруза падает на дно, глубина около 2 метров, речка с небольшим течением. Поэтому прикормка падает чуть в стороне, ставим камеру как нужно. Спустя 20 минут на злаке собралась стая плотвы. Проверяют целые кукурузные зерна неспроста. Очень часто в комментариях пишут, что зимняя прикормка должна быть мелкодисперсной и максимально пылящей. Я же решил немного поспорить и закормил крупной фракцией и совсем не пылящей консервированной кукурузой, которой пользуются в основном летом при ловле рыбы семейства карповых. Я думаю, многие знают, что у рыб зимой метаболизм очень замедлен, что значительно сокращает их потребность в еде. И если бы летом эта же плотва с легкостью проглотит данную кукурузу, то в холодной воде это слишком большой кусок. И мы видим, как рыба берет зерно кукурузы и пытается оторвать маленький кусочек от нее. На ускорении видно, что плотва действительно держится точки, следовательно, даже крупной фракцией можно привлечь рыбу. Более того, она до сих пор голодна, ведь куски очень крупные. Попробуем поймать на мормышку с мотылем. Первая проводка, красноглазая сразу заинтересовалась приманкой, поклевка и плотва на льду. Поднимаем мотыля, играя. Тут же атака, но рыбе удается освободиться от крючка. А этой серебристой уже не повезло. Раз за разом, опуская мормышку с мотылем, происходит поклевка, в большинстве случаев результативная. Только приманка опускается на дно, плотвица подхватывает, тем самым улетает в космос. Как видите, наличие крупной фракции на дне привлекает рыбу даже зимой, и рыба клюет как из пулемета. В стае плотвы плавает и ёрш, который ищет себе пропитание, но кроме ненужной ему кукурузы ничего не находит. Плотвичка тем временем одна за другой катапультируется на поверхность. Вот, кстати, и ёрш замещает приманку с мотылем, но бесплатный сыр, как вы знаете, только в мышеловке. Вы только посмотрите, с каким аппетитом плотва жует сочную кукурузу. Кто-то жует царицу полей, а кто-то продолжает катапультироваться, на поверхность ведясь на свежего мотыля.
А вот и первый полосатый матрос-окунь разбирается с мормышкой и тоже оказывается в кукане для последующей рыбалки на жерлице. Плотва же была самой активной, и поймать ее большого труда не нужно. Очередная проводка и рыба на крючке. Друзья, ну а на сегодня все. Кто-нибудь кормил еще рыбу зимой кукурузой, кроме меня? Пишите в комментариях. Всем ни хвоста, ни чешуи и до новых встреч!